Короче, она снова начала это делать. Недавно я нашел еще немного обзоров на мои, то есть небольших записей по поводу моих последних картин. Большинство из них просто, ну, придиристое говно, как она ненавидит о том, как она ненавидит мои работы. Кажется, я не должен быть удивлен этому, потому что она знает меня достаточно хорошо. Но вот что меня действительно достает, это то, что она думает, что она может использовать то, что она меня хорошо знает, против меня. Самое худшее, что я ей объяснил это, что не надо это дерьмо писать, она сказала, что она этого вообще не делала. Как будто я не знаю ее почерк. Господи. Неужели она меня действительно так ненавидит? Или она крышей поехала? Я больше не знаю, что дальше делать. Сучка. Я вернусь и убью тебя. Мои картины великолепны, просто посмотри на это. Это дуализм и импрессионизм в одном лице. Папка бьет мамку на глазах у детей. Разве это не картина, которой мы наслаждаемся всю нашу жизнь? Обоссался кто-то. Да хватит уже. Да включи, выключи, 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 выключи. Ну выключи. Нормально, нормально, вебка работает. Теперь я в темноте. Alone in the dark. Alone in the dark, как белый центровой в команде НБА. Да ё-моё. О, это опять кухня. Овощи. Что это за дресня? Это весы. Это весы, я догадываюсь. Так, ну. Я вешу. Сколько я вешу? Непонятно. Непонятно. Очевидно, на весы надо что-то положить скорее. Может, я сон... Я как слон в посудной лавке. Вот я серьезно говорю, я... Занято! Я готовлю. Дорогая, зайди позже, когда будет готово. Это сюрприз. Это морковка с картошкой. Все. Как будто кто-то кого-то морит голодом, прям ломится и ломится. Мне кажется, это намек. Мне кажется, это намек. Мне кажется, моя семейная жизнь, в конце ее пути, очевидно, была не очень хороша, раз меня кидают тесаком. Я лучше останусь в кухне с тесаком, ну, с железным, потому что я не уверен то, что я хочу в полную темноту. Я вообще ни хрена не вижу. Стоп, я что-то... Нет. Ну ладно, рискнем. Впрочем, стоп. Это фейковая кухня, это как кухня в программе Смак. Там на самом деле нет никакой кухни, там просто бетонная стена, а с той стороны стены вообще нет. То есть там просто стоит камера, с которой снимают. Это... Ну, достаточно удобный способ получения картофанчика. Не надо на грядке вкалывать, как негритос на галерах. Ладно, я пошел отсюда. Блин, это ни хрена не смешно. Что, картошечку взвесить, что ли, или что? Что от меня хотят? Где эта дверь? Я ни хрена не вижу. Так, опять надо выключатель включить, наверное. Ага.
Боб Росс говорит, что сначала он смотрит на вот эту хреновину, на которую рисуют. В общем, Боб Росс говорит, что чтобы нарисовать маленькие счастливые деревья, надо сначала взять острый нож и отрезать немного кожи себе, иначе рисунок получается недостаточно счастливым, и деревья не слишком радостными. Эх, господи, ну и... Ох, наконец мы вернулись. Наконец мы вернулись в комнату, где я рисую свои картины. Безнадежные мечты какие-то. Мне нужен парик, как у Боба Росса, когда я играю в эту игру. Немножечко мазков, не бойтесь, не бойтесь. Это не испортит вашу картину. Наверное. Во. Теперь это не просто мазня, теперь это картина, которая называется «Розовый фламинго». Розовый фламинго, дитя заката. Прощай, стоп. Это то же самое. Меня напрягает эта комната. Так ощущение, что люди шепчутся в ней обо мне, я ухожу. Я устал. Я устал от этих пересудов. Мои рисунки, блин, отличное дерьмо. Попробуйте сами нарисовать двух розовых страусов. Прежде чем осуждать меня. О, у нас в доме лифт есть. Не ожидал, не ожидал. Я думал, дом немножко поменьше просто. Доехали без происшествий. Дом. Теперь мы знаем за то, что дом четырехэтажный, с подвалом. Возможно, рублевка. Красиво обит. С высокими деревьями. За окнами. Кто-то пернул. Да что ж такое-то? А, понял. Еще одно личное помещение, в котором я могу наслаждаться своими творениями. Да. Класс, класс. Привет. Все, даже у меня больше нет сил шутить над этой игрой, я просто... Она ни хрена не смешная, это уже не подбадривает даже мой боевой дух. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Короче, он говорит, что ты перестала играть? Поиграй еще немного. Хотя бы пока я рисую. Это действительно стрёмно еще и потому, что моя девушка любит играть на пианино, но я хотя бы не художник, поэтому больше совпадений нет.
Очередная прекрасная комната. Портрет Путина после очередной неудачной операции на лице. Я, видимо, не слишком быстро шел, чтобы испугаться этого. О, мыльцо завезли. Прям как на PlayStation. Не, не вижу, что там вдали. Но зато я слышу. Я зато слышу, наконец, нашего ребенка. До этого плакала только жена, теперь со мной общается наш ребенок. Said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with. Well, I just bought us a dog. Oh. Дорогая, помнишь, мы говорили о том, что неплохо было бы завести кота, чтобы ребенку было с кем играть. Так вот, я купил собаку. Ха-ха-ха. Классная собака. Блин, классная. Мне нравится. Я понимаю, что это выглядит как летсплей Евгений Петросян в Layers of Fear, но я должен как-то держать себя в веселом расположении духа, иначе мне станет грустно. Тихо, тихо. Остановись. Тихо. Остановись. Не крутись. Слушаю вас. Говорите. Чего? Какой пожар? О боже, она... Она... В каком госпитале? Я еду, я уже еду. О нет, его собака. Она сгорела. Ви-ви. Крысы бегут с корабля, я пойду дальше, пожалуй. Я пойду дальше. Тихо-т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 ихо. Чё началось-то? Олень свалился, я так и думал. Я ещё хотел сказать что-нибудь смешное про оленя, но потом подумал. Потом этот олень оживет и навешает меня, он просто свалился. Ну, блин, такие штуки вешать в гостиной. Здоровенные. Вот так вот сидел бы кто-нибудь под оленем, ему как на голову бы упала эта хреновина с рогами. Как же техника безопасности и все такое? Это она такая думает. Да, короче, это, видимо, первые вентиляторы. Как только их изобрели, вот, люди начали устанавливать, и они... Короче, молдаване дом строили, и в итоге ремонт, точнее, делали, вот. Вот к чему это приводит. Проводка барахлит, олени плохо закреплены.